На сцене два великолепных рояля знаменитой немецкой фирмы «Бекштейн». Солируют Валериан Финогенова и Сурен Вартанян. К ним присоединятся Лиан Амсерлян, Ольга Корсакова, студент Сочинского училища искусств Арам Караханян и учащийся детской музыкальной школы номер 2. Для будущих артистов такой опыт выступления с известными музыкантами очень полезен. Мне нравится яркая музыка, то есть и современную тоже я люблю музыку. Люблю Хачатуряна. Шопен, Верди, Штраус, Стравинский, Свиридов. Программа вечера носит название «Приглашение к танцу». Слушателей ожидает настоящий музыкальный бал. Завтра будет самый широкий спектр музыки, написанной в танцевальных жанрах. То есть либо это сами произведения, которые так и называются: мазурка, вальс, тарантелла, полонез или еще что-то. Либо это, скажем, если это шествие гномов, в названии нет танца, но эта музыка действительно очень ритмичная, и она, то есть, совершенно очевидно имеет внутри себе вот этот танцевальный стержень. Цикл концертов «Игры вокруг рояля» – это удачный, полюбившийся зрителям проект, который будет успешно реализовываться и в новом году. Середина января. Кажется, что праздники закончились, но еще какие-то отголоски и настроения у нас присутствуют праздничные. Точно так же мы при встрече все еще продолжаем поздравлять друг друга с наступившим годом, так что программа абсолютно праздничная. Концерт состоится в зале органной камерной музыки в эту пятницу в 19 часов. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.